2020 года. Мы первые завершаем этот год и первые встречаем 2021 год. Я желаю всем вам в 2021 году в первую очередь главное, конечно, здоровья, успехов, удачи, везения. Вместе у нас все получится. В 2020 году мы начали менять наш город к лучшему. Мы замечательно отпраздновали юбилей нашей столицы. Мы вспомнили 75-летие Победы. Мы стали сильнее. Мы пережили острую фазу пандемии и теперь уверенно смотрим вперед. Вместе, еще раз повторю, у нас все получится, и мы сделаем Камчатку такой, какой решит каждый из вас. Поэтому я хочу, чтобы сегодня каждый житель Камчатки почувствовал тепло, почувствовал уверенность в будущем, почувствовал, что все делается не зря, все имеет смысл, и все у нас получится. С Новым годом, дорогие друзья!